первое место в топе iTunes! Спасибо вам гигантское за это офигительное событие. Это супер! Просто вообще мы не ожидали, мы знали, что мы ебаные гении, но не так же быстро, в первый день продаж. Правда, только в разделе рок и только на русском сегменте, но... А мы хотим во всем мире и во всех жанрах, поэтому вам прямо сейчас надо перейти по ссылке внизу, прям зайти на iTunes, купить, либо не купить, а просто поставить там 5... Лучше купить. Но лучше купить. И но главное, что пишите отзывы. Да. И ставьте звездочки, это очень важно, только за счет этого и формируется топ iTunes. Потому что сейчас мы уже, например, обогнали Металлику. А представь, сейчас где-нибудь сидит один маленький бедный Джеймс Хэтфилд, плачет и звонит. Ларс, Ларс, ты где? Ставь ебаные звезды на iTunes. Все, норм.